Да, это первое мое голосовое в этом именно сериале. Что ж, я не знаю, честно, как насчет следующих серий, будут ли там озвучки, или буду я только писать все. Но точно знаю то, что, возможно, в будущем я буду именно по голосовому озвучивать персонажей, ну, как в игре не хранительницы. И думаю, вы заметили то, что я буду вставлять некоторые артики, а также делать музыку или что-то похожее на, ну, типа взято, похожее, типа сценарий, ну, не сценарий, а похожие концовки. Именно насчет артов, я думаю, вы знаете, кто это Руня. Да, мне очень понравилось, как у нее в конце вставляются эти арты, потом музыка. Ну, да. Поэтому я думаю, то, что вам понравится следующей серии, а также то, что я буду вставлять в сериалы артики. Спасибо огромное за поддержку, за 800, сколько там, 55-50. Я вас очень люблю, капец. Поэтому буду очень рада, если мы добьем 1000 лисят. Я просто не знаю, когда расплачусь. Ну что ж, этот сериал как бы уже подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, за прослушивание. Будем идти до 1000 лисят моих любименьких, это вы. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.